Заместитель председателя правительства Республики Дагестан Нариман Абдулмуталибов совместно с представителями Минпромторга, Минсельхоза и Агентства по предпринимательству и инвестициям региона посетили строящиеся сельхозпредприятия в Кизилюртовском районе. Вначале делегация отправилась в СПОК «Биополис», где им провели экскурсию по овощехранилищу. Председатель кооператива поделился, что в рамках госпрограммы республики в 2019 году им была оказана поддержка в размере 60 миллионов рублей. Кроме того, было построено овощехранилище мощностью единовременного хранения 2000 тонн. По итогам прошлого года выручка СПОК составила около 38 миллионов рублей. Далее делегация отправилась в село Киров-Аул, где посетила крестьянско-фермерское хозяйство. Отметим, что на данном предприятии выращивают клубнику итальянской породы. Как отмечает руководитель хозяйства, в среднем урожай клубники составляет до 10 тонн с гектара. Но при наличии уборочной техники объемы могли бы дойти промышленных масштабов. Нариман Абдулмуталибов взял данный вопрос на проработку для дальнейшего решения. Завершающей точкой посещения стало мясоперерабатывающее предприятие полного цикла ООО «Дагмясо» в селе Кульзеп. Отметим, что на данном комбинате в ближайшее время будет налажено производство и реализация мясной продукции под собственным товарным брендом, проектной мощностью порядка 700 голов мелкого и 50 крупного рогатого скота в смену.